вечер, да, лидер компании Калуша Наталья. Я хочу продолжить еще результат своего партнера. Я уже раз рассказывала по поводу протеаза действия, но женщина имеет гинекологические проблемы. То сейчас она, значит, стала принимать противозачаточные таблетки для того, чтобы, ну, полечить свою проблему. И не очень сильно, как побочный эффект от этих таблеток, вены стали набухать. Там, в общем, стала проблема именно от тромбирования вен. И вот что, чеснок, 5 дней она попринимала, и все, и, говорит, и снялось воспаление, и вены упало, стали в норму пришли, то есть вот почувствовала облегчение. А сейчас, ну, наверное, в наших возрастах часто бывают такие проблемы, когда с родителями что-то происходит возрастными не то. И я сейчас ухаживаю за мамой, которая лежачая, и ощущаю действие наших продуктов даже вот в таком состоянии. Значит, что хорошо, очень хорошо понравилось работать. Ну, естественно, Nature-Lux, но кроме Nature-Lux хорошо еще также работает пищеварительный фермент. Просто прекрасная работа. В таком случае. Потом, значит, пептовид. Пролежний, оказывается, это нехватка белка и нарушение кровообращения. Ну, возможно, кому-то будет это актуально тоже. Нарушение кровообращения. И вот мы даем пептовид по 2 штуки 3 раза в день. Вы знаете, те новые, которые стали появляться, вот просто как бы остановились и стали уже бледнее. То есть действительно вот настолько заметно работает даже на человеке, который не активен. И которые вот, серебряный щит вообще шикарно заживляет, снимает воспаление, тоже вот регулярно пользуемся. Ну и наши тайфу тоже, если из таких вот нужно вопросов, тоже хорошо помогает. Ну, все остальное как бы для себя принимаю, все тоже хорошо. Все, спасибо.